Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Soul River. Как помним ранее, мы получили новый намок, пускай не этих пузырей, с которым я так и не научился пользоваться. Сейчас я буду, по ходу дела, их изучать, какими пользоваться. Блин, опять где я сохранялся-то? Первый. Если не научусь ими пользоваться, то произойдет небольшое ЧП. Потому что в битве с боссом следующим мне обязательно надо ими пользоваться. Поглотив душу Зефана, ты открыл для себя новые пути. Кстати, ребят, не забываем ставить лайк, тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, и, конечно, оставляйте ваши комментарии под данное видео. А также вступайте в две наши группы ТПК-59 и наши 90-е. И также вы можете со мной связаться, написав мне личное сообщение ВКонтакте, либо в Инстаграме. Я есть везде, все ссылки есть в шляпе. Так. Видите, я все путаюсь. Где у меня какое может быть сохранение? Где ты, говорящий осьминог? К северу от Серафима твой брат Рахаб уединился с последователями в развалинах полузатопленного монастыря. Мой дорогой брат Рахаб, мой брат, не брат ты мне. Сейчас мы сходим в мир замка этого. Сюда. Там как раз надо будет стрелять. Как же так? А, вот как, да? Понимаю. Блять, как теперь сложно целиться. Ни хрена не понял. С тобой стрелять-то, а? Блядь, ты прям вообще драконит меня. Я ведь не отпускаю ничего, только кнопку выстрела отпускаю, блядь, и всё. Блять, мне сейчас все выведет нахрен.
Я, блядь, не смогу биться. Может, там надо будет много стрелять. Сказал бы, как стрелять, сука. На Соньке ведь все так удобно. Чем пекарня отличается, блядь. Это получается, подождите. Если у меня сейчас только что не дошло, то это будет заебись. Нет, блядь. Сейчас взбешусь нахрен. Какой херней стрелять, блин. Еще лучше. Еще чувака прибил. Пусть на меня люди будут охотиться. Так, давай-ка. Что, не может ли? Вот как, бля. Наконец-то, ура! Сейчас нам надо заново загрузиться. Только ты неохота мне с людьми вражду иметь. Я наконец-то понял, как стрелять людям. Нихуя. Раз на раз не приходится, но если я так буду шмалять, на, это будет весело. Я буду долго убивать босса, долго, мучительно. Походу я себя быстрее убью, чем босса этого. Не ищем легких путей. Ой, я, кажется, забыл, наверное, на экране себя убрать налево. Теперь он не видит полных жизней. Ну, простите. Вот, молитесь на меня лучше. Ну, пойдем бонусы всякие еще собирать. После каждой битвы, ребят, мы будем ходить собирать бонусы. Что открывается новые возможности.
Мы же их не хотим просрать. Жизни добавить, потом... Ну, кусочки для жизни. Потом этот... Продувки. Труп у нас тут делают. Батареи булькают. А, я на том, что... Что дальше-то все вот так вот. Проще себе. Так, блядь. Давай ты будешь стрелять. Красиво, блядь. Он хочет видеть оружие, блядь, у меня. Теперь сучара. Бесит, он просто не хочет его использовать. Так, стреляет так меня. Когда ему дело прицельно бить, он не хочет. Нет, мне похуй. Блин, теперь ты стрельнул. Сука, ты какой просыщик, ты стреляешь. Да пошли вы нахуй. Нахер идите. Тупые, блядь. Пауки. Раздражает он все. А сам тебя быстро научился открыть на компе. Ох. Да. Чуть получше графика тут, чем на Соньке, конечно. Бляха, муха. Но гемора, зачем столько? Зачем столько гемора? Ну, конечно, ты еще и пизданешь. Тут еще это. Да-да-да-да-да-да-да. Сука, сегодня вообще прям злой. Да, блядь, ничего не получается. Почему ты не полз у меня, вот когда я тебя заставлял здесь ползти? Нет, ты, блядь, побежал. Нельзя, ты вообще живешь в своей жизни, иногда, мне кажется. А не я тобой управляю. Стрельнуть. Блять, вот почему сейчас получается? Нет, вот ты сейчас, блядь. Вот это, блядь, почему? Куда ты разворачиваешься, мудила? Видите, он опускает сам почему-то. Куй просыш, куй просыш. Куда я нахер забрался? Я ищу, где там было. Нет, не высоко мне так. Где там было, в стене же можно залазить. Уже помню, где я был. Блять, ну куда? Куда? Сука. Я прям сегодня бомбить начинает уже эпически. Иди залез на ту верхотуру.
конец, блин, зацепился. Не мой сегодня день для игры. По ходу дела, по ходу пьесы. Бум, блин. Этим ничем не ломается, блин. Так, нет, палку возьмем. Сейчас там еще хуйня прилезет ко мне. Копье или пика, или что это, блин? Что, блядь, куда меня спихнули? Всего лишь это увеличение. Понятно, походу он мне здесь вываливаться. Он вываливаться не хочет. Ну и как мне туда запрыгнуть? Катится. Блядь. Давай, давай. Чё ты встал-то, застрял тут нахер? Блядь, эпическая сила. Душонка. Нету, что ли? Что за блядское насилие над моим мозгом? Вентилятор, конечно, сейчас не работает. Чуть-чуть не мой день для записи игр. Откуда мы-то с нами берете, блядь? Тварь, не запахнет, блядь. Ну что, респаймите, блядь. Сейчас керик на тебе, блядь. Как так, блядь, нет портала мира живых, блядь? Пардон, ребят. Все.
Да нахуй сюда больше не потащимся ни разу. Пуфиандри будет, что пуфиандри, паучара. Это не пуфиандри, это паучара, сука, жучара. Бля. Начинается наше мучение. Когда ведешь, ему нельзя, типа, походу целиться. Только надо вести и сразу стрелять. Как я понял вот сейчас. Я не помню, чтобы на Соньке так было. Блять, это пиздец. Наверное, Соньке-то проще на джойстике это все делать. Блять, я здесь смерти не уходи, да? Ну-ка. Что тут ты тысячи летаешь? Иди сюда, ну. Давай, давай, в жидкий распыленный сейчас полезешь. О, все. Мы тебя сожрать. Блять, еще одну что? А вы что тут? Портал. Э? И что мне с ним делать? Как мне баланс включать? А, по этой стене залезть, понял. Будем вспоминать. Когда у нас игру проходил. Да еще, ну, все эти приколы, я вообще все не помню. Что это постучать надо? Бум-бум-бум. Нет, блядь. Я сейчас на него прыгать. Так, окей. Начинает доходить. О, что-то я разбил. Так, знаешь, честно, хотел мир. Тимми. О. А, здесь мир живет. Где эта палка-то? Блять, опять эта палка двух отца. Началось. А, сюда она залетела. Ёп, твою мать. Где мне ее искать-то теперь? Блять, она не долетела. Навыками накидания, блин.
Надеюсь, она правильно увидела. Вот так не долетим. Проверим, палка-то на... Блядь, она упала, блядь. Вот, блядь. Сука. Сейчас мы опять швыряниями, я тут прям вообще запарюсь. Вы знаете, как я швыряю. Такая сегодня игра у нас веселая. Полюбас улетел, я уверен. Я уверен. За что? Что за ебанец у меня сегодня? Почему так? Чем мне так не везет? Выше ты не можешь, да? Жуки мучи. Разъед, блядь, ты меня уже драконишь. Мне. С этим, блядь, когда ли эту возможность, так нахрен? Вот, блядь, высоко. Низко. Идиотизм. Мне кажется, я неудачно попал. Пока она как-то висит, это уже зависит. Почему все-таки сможем его поднять? Bum 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 b
это... Что это было? Ни хера не понял. Давайте на конкурс испытаем. Идите вы нахер на эту возможность. Не работает. Не надо. В мир живых вернуться. Где там, сука, хоть один Пуфендрич теперь? Пуфендрич, сука, не Пуфендрич, а эти. Руки ебаные. Где, сука, хоть один? Опа. Ах ты, что ты еще успел уебать, да? Сейчас мы тебя вот этой штукой похерачим. Ой, ему сразу плохо стало, да? Нахера ему так не... Ну, временно плохо от него становится. Чего у меня классного нету? Зря только не добирался. Он типа глушает их и все. Больше ни хера. Что это, блядь, где это? Куда это нахер попал? Короче, все понятно. Так, надо сохраниться. Так, блядь, началось. Что я запускал? Давайте на первую сохраним. Да. Да. Ну, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрай908. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Тут, по-моему, чувствую, блядь, комментарий один. Пиздец. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.